заявил, что в России цитата «прорабатывают предложения украинских коллег». Право Данилкин, Ронтерского. Сейчас возвращаемся к главной теме этого дня – трагедии на Волге. Погибшими во время крушения теплохода «Булгария» официально признаны теперь уже 96 человек. Ранее сообщалось о 92. Чтобы проститься с погибшими, в Казанский порт сегодня пришли... Тёпа! Тёпа! Мы тоже их вспоминаем. Эй, коты!